Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, кто вы, какое хозяйство представляете, что ищете на ферме? На выставке. Представляю свое хозяйство. Как вас зовут? Михаил зовут. Я давний, как сказать, поклонник вашего портала. Михаил, какой ник на портале? Михаил 01 регион, я садовей сам по себе. Занимаюсь крупным рогатым скотом, насколько я понимаю. Полями, да. Основное это рогатка, молоко и земледелие. Растениеводство. Михаил, а большая территория? Нет, сейчас небольшая. Я хозяйство небольшое. До стада же сейчас не дотягиваю. Но все-таки что-то там пытаюсь что-то делать. Вот. И частенечко, можно сказать, каждый день бываю. Да, это понятно, ресурсы. Да. Михаил, ну а вообще вот с КРС как краснодарского, а или Водогеи вы отдельными, да? Водогеи, да, мы спокойно к Краснодару не относимся. Ну, надо сказать, уходит. Уходит, да? Да, уже все меньше и меньше у нас, как это раньше называлось, общественно. Там вон на сайте есть такая ситуация сейчас. Ну, пока проблема с землями, конечно. Сейчас много земель распахано, засеяно, проблема пастбища. Выпасов нет. Да, в основном по Дубине нужен выпас. Ну, да. Но, и так плохо со сбытом, потому что с края везут, то есть, как бы там ни было, продукция переизбыта. Продукции переизбыток, и чтобы свою нишу найти, если, для того, чтобы предложить что-то именно настоящее и хорошее, и чтобы это было, ну, нормально. Потому что натуральные продукты, они всегда дороже вот, своей себестоимости. И то, что порошку мы проигрываем все равно по молоку, при любом разе. Понятно. А люди голосуют, прежде всего, рублем. А хозяйство-то в основном на молоке, не на мясе. Молоко. Есть немножко мяса, но мясо это сберкнижка, в общем-то. Нельзя сказать, что там на мясе можно сильно заработать. Ну, вот. Ну, есть такое дело, что немножко есть. А своей переработки нету, да, молочной? Очень примитивная, как сказать, кустарная. Ну, все-таки какие-то сыры, сыры, сметана. Потому что ассортимент надо. Да, в домашних условиях. Ну понятно, да. Ну отлично, Михаил. Не знаю, сколько еще проработаю, как будет, как что. Ну надеяться в любом случае на одно лучшее. Чего уж тут все-таки. Без этого-то никак. Да, благодаря вашему порталу, уважаемому, много с интересными людьми познакомился, со многими там, в общем-то, на каждое занятие есть очень много чего узнал. Ну, очень да. Хорошего, дай Бог вам подольше. Спасибо. Работать. Вам тоже. Да, и бывает, кроме вас, никого больше не читаю. И не надо.